Добрый день, уважаемые любители пляжного футбола. Пари Кубок России продолжается в центре пляжных видов спорта «Динамо». И очередной матч мы с вами будем смотреть. Команда группы «Д» принимает участие в этом поединке. «Пантеры» из города Лобня и «Кубань» из Краснодара на втором поле. Антон Байдак – это тренер команды «Пантеры». И первый мяч влетает в ворота команды «Кубань». Забивает 33-й номер Иван Константинов, белорусский легионер в составе команды «Пантеры». По пенальти победа над командой «Ника Центральный парк». 4-3 по пенальти, 6-6 основное время. Так что Васиф Мамедов – это судья-хронометрист. Пенальти. Пенальти. И здесь, как говорится, без шансов. Девятый номер команды Алвисталис забивает. 2-0 счет становится. Сыграно всего 3 минуты у нас. 3 минуты 5 секунд, если быть точным. Восемнадцатый номер команды «Пантеры» и забивает. Забивает этот мяч. Иностранец «Пантер». И 3-0 счет становится. Давайте еще раз посмотрим мы этот эпизод. Ну, безусловно, это ошибка вратаря. Мяч от кочки там, видимо, отскочил. И так получилось, что... Удар по воротам. И 4-0. Четвертый забитый мяч «Пантер». Десятый номер празднует эту голевую атаку Иван Востриков. Два мяча в первом периоде, два уже мяча во втором. Удар через себя сейчас мы с вами увидим. Нет. И сейчас, смотрите, какая комбинация. Кубань забивает. Отличный пас на игрока под номером 11. Нет, под номером 17. И забивает Вадим Попов. Смотрим еще раз. Вот это как раз передача через себя. Ну, оставалось еще Попову забить через себя. Тогда бы такая полноценная комбинация получилась бы. Это Артемий Дрозд. Ну, а сейчас вот, вот удар в исполнении все того же 12-го номера. И счет становится 5-1. Пятый мяч оформляет Артемий Дрозд. Белорусский легионер команды «Пантеры». В концовке... В концовке... Второго периода. 5-1. Ну и что там? Пауза возникает. Будет штрафной удар или там пенальти даже. Посмотрим, кто будет сильнее. Ермолин разбегается. Удар, гол. Точно в девятку. Вариантов никаких не оставил Дмитрию Яснову. 5-2 счет становится, но не поздно ли Кубань спохватилась. Не имеет принципиального значения, потому что одна команда сегодня побеждает, проходит дальше, другая уступает и завершает на этом выступление на турнире. Ну а это шестой забитый мяч в исполнении игроков команды «Пантер». Давайте посмотрим. И счет у нас стал 6-2. 2 минуты 18 секунд до окончания пробил. И что ж, еще один опасный момент. Еще.
Ну и все. Завершился у нас матч. Итак, Пантера-Кубань 7-2. Уверенный успех команды Пантеры. Пантеры дальше проходят четвертьфинал. Их соперником будет Дельта. Большое спасибо за внимание. Александр Шапира комментировал сегодняшний поединок.